Добрый вечер, дорогие друзья! В современном мире, в большинстве цивилизованных стран, вопрос о юридическом и гражданском равенстве мужчин и женщин давно уже снят с повестки дня. Конечно же, юридически мы все равны, вне зависимости от пола. Конечно же, существует в данном нам мире много больше полов, чем привычные мужчина и женщина. Хорошо это или плохо, оставим за рамками данной передачи. Просто примем сей факт как данность. Однако, все же больше в нашем мире существуют и мужчины, и женщины в своем половом, возможном психологическом, ментальном неравенстве. У каждого из пола есть своя ментальность, есть свои психологические особенности. Они диктуются особенностями энергетического строения мужчины или женщины, как существа, принадлежащего к тому или другому гендеру. Понятие «гендер» намного шире, чем просто половая конституция. Он включает в себя энергетические, духовные, физические, биохимические, гормональные, разные-разные другие параметры. И, конечно же, это все влияет на психологию, то есть на образ мышления, образ восприятия мира, на поведенческие паттерны. Итак, каждый человек, будь он мужчина или женщина, хочет быть счастливым. И в современном мире понятие счастья неразрывно связано с понятием успеха. Даже может быть успешной домохозяйка, если она хорошо ведет хозяйство, вкусно кормит обедами, ужинами, завтраками своих детей и своего мужа и счастлива в этом занятии. И сегодня у нас в гостях интереснейшая гостья, без сомнения, красивая молодая девушка. Я напомню, некрасивых Митя Байназаров на передачу строго-настрого не запускает. Итак, встречаем женский наставник Кристина Мураткан. Добрый вечер, Кристина. Добрый вечер. Очень давно вас ждали, очень рады вас видеть. Митя, вы рады? Я очень рад. Какая красавица, посмотрите. Благодарю. Да. Я тоже очень выбирал. Рада присутствовать здесь. И такая стильная, молодая, яркая, эффектная, уже успешная. Кристина, вот в чем ваша изюминка, ваша причина успешности? Все-таки, чтобы быть наставником, да, или, возможно, последуем нелюбимому вам слову, вами, но все равно коучем, нужно иметь, ну, хотя бы грамулечку на успеха. В чем коренится корень вашего успеха. Безусловно. Но я считаю, наверное, как раз-таки вы уже об этом сказали сейчас, да, когда было предисловие, о том, что каждый человек стремится к успеху, к счастью. Вернее, к счастью, и там есть частичка успеха. Так вот, я считаю, что мой корень как раз-таки это было желание стать счастливой. И нашла я как раз это в женской реализации. То есть, когда я пошла в максимально глубоко в женскую реализацию, я почувствовала себя максимально счастливым человеком, потому что на этот момент у меня уже была семья, муж, двое детей, карьера достаточно успешная в банковском секторе, и чего-то не хватало. То есть чувствовался какой-то вот этот вот, не знаю, недостаток чего-то. И тогда недостаток чего? Неопределенного? Ощущение, да, неопределенного. То есть вы это тогда нематериальное, еще не понимали, что да. Это, да? Я не понимала. То есть это было такое внутреннее состояние какой-то нехватки. То есть чего-то мне не хватает. И я начала понемножечку пробовать себя в разных направлениях, в разных сферах. Мне для этого пришлось уйти из карьеры, да, которая у меня достаточно хорошо, быстро складывалась, и пойти изучать себя, наверное, еще более глубоко. Я тогда поняла, что это мое восприятие, да, что когда женщина находится в реализации, когда она понимает, что ей нравится делать, как вы сказали, что можно быть и домохозяйкой, но если я кайфую от того, что я делаю, да, какую пищу приготавливаю, как я это даю, да, своим близким, и от этого все довольны и счастлива я, то это тоже счастье, это тоже успех. Но мне этого было недостаточно. И я пошла дальше, начала заниматься бизнесом. Я предприниматель в сфере бьюти-индустрии, у меня два салона красоты. И тогда я начала чувствовать себя еще более счастливой, что я делаю что-то большее, что я могу быть не только внутри системы, которая тоже, безусловно, дает пользу, да, потому что банковский сектор – это тоже возможности для предпринимателя, для физических лиц. Но в бизнесе я нашла что-то большее. Почувствовала это состояние счастья. И потом захотелось этим делиться. Я стала проводить марафоны, я автор 4 марафонов на разные темы. Все они связаны с женской тематикой, с женским развитием. Озвучьте эти темы, пожалуйста. Это марафон успеха,
Это финансовая свобода. Это сейчас у меня самый новый, последний марафон – это «Дизайнер жизни» и марафон «Как все успевать». Это вот 4 марафона, которые я организовала сама, а являюсь автором этих марафонов. Прошло более 3000 женщин. И на самом деле после прохождения марафона даже достаточно этих 7 дней, чтобы у женщины где-то что-то переключилось, и она действительно почувствовала, а, вот здесь мне классно. Кто-то действительно чувствует это состояние счастья, находясь дома в быту. Для кого-то это счастье. Кто-то понимает, что, оказывается, я могу больше, я не додаю этому миру. И женщина начинает раскрываться и делать что-то большее. Вот. А вот эти вот, извините, я вас перебью, эти марафоны, они последовательно следуют один из другого? Нет. Или это ступени? Нет, они были абсолютно все на разном уровне. Угу. То есть это, в моей жизни все происходит так. Я человек практика, человек действия. Угу. Я вообще люблю все делать через действия. Вот сейчас модно, да, в современном мире прорабатывать убеждения, страхи, там еще что-то, да, установки. Я с этим тоже очень много работала, работаю. Вот сейчас, кстати, приехала, у нас тоже в женском клубе была практика гвоздестояния. Угу. Это тоже некая такая проработка, да, через прямо тело. Прямо по-настоящему на гвоздях? Прямо ну, это специальный садху называется, такие доски, в которых... биты, так сказать, гвозди, да? Это специально Митя, для стояния. Постоять? А я стоял. Да, вы что? Да, это супер просто, да? Вот подтвердите, отлично. Такая энергия. Я сейчас вообще на энергии. Я второй раз прохожу, по 20-25 минут стою. Это прям, конечно, открывает уже очень много через дух, через тело. И эти марафоны создавались по факту моего развития. Вот я развиваюсь, что-то в моей жизни происходит, я вижу, что это влияет на качество моей жизни, я понимаю, что, ага, наверное, в мире, как минимум в Казахстане, есть женщины, похожие на меня, с моей какой-то судьбой, с моей историей, и, скорее всего, эти инструменты тоже помогут. Я беру, просто упаковываю свой личный опыт и делюсь этим с женщиной. Почему я не люблю, когда я говорю, да, коуч? Потому что я не училась на коуче, у меня всегда все через свой опыт. Единственное, я училась на ментора. У меня есть программа ментерства, я аккредитованный партнер ЕБРР. Между коучем и ментором? Коуч – это такой механик, инструмент, да, где человек отвечает сам на все вопросы. Ну, то есть, условно, если я, например, коуч, я задаю вопрос, например, Мите, и Митя всегда находит ответы внутри себя. Ментор, он немножко совмещает элементы коучинга и элементы наставника. То есть, это такой симбиоз. И мне он очень нравится, потому что у меня есть еще женские клубы, в Усть-Каменогорске, в Алмате у нас есть женские клубы, где мы работаем как раз над женским развитием. Объединяемся, да, приглашаем классных экспертов, где-то вот мотивирующие истории там, прекрасных таких красивых женщин, да, как вы, допустим, спасибо. Которые придут, замотивируют. Угу. Вот мне, например, очень приятно находиться сейчас в вашем поле. Благодарю. И меня это заряжает, да. Угу. И, конечно, приятно приглашать таких людей в свое поле, да, находиться, обмениваться энергией, опытом. И я пошла дальше, то есть когда мы поняли, что мы, организовав женские клубы, это пространство, где мы называем территорию счастливых женщин, да, потому что женщина приходит, у нее свой быт, работа, карьера, процессы, но иногда женщины в современном мире забывают, что еще есть самое главное – это я. Ну, женское начало, да. А если счастлива женщина, то мы знаем, что вокруг как минимум 10 человек будет счастливы. Угу. Если у женщины там, не знаю, что-то произошло, то тоже всем прилетит, как говорится. Поэтому мы берем эту задачу на себя. Придя в клуб, женщина, поработав с экспертами, находясь в окружении интересных таких же женщин, пообщавшись, она заряжается другой энергией. Естественно, это влияет и на успех мужчины ее, это влияет и на качество воспитания детей, потому что дети видят счастливую маму. Мы, создав это пространство, поняли, что это классно работает. У нас в Усть-Каменогорске больше 50 женщин таких, это закрытый клуб. И в Алмате у нас, мы не так давно открыли клуб, там у нас 15 человек сейчас в закрытом формате. Но появилась потребность в развитии женского бизнеса. А так как тема мне это нравится, я очень люблю бизнес, вообще люблю бизнес-инструменты, я много этому обучаюсь, часто вообще летаю за границу, в Россию, в Казахстане, прохожу очень много обучений, чтобы быть в ногу со временем, потому что бизнес сейчас меняется очень быстро. И у меня организовалась группа Mastermind. Это группа конкретно про бизнес. То есть женщины приходят, я как наставник вот там уже работаю. И менторство там очень помогает. Менторингу я благодарна. Есть Европейский банк реконструкции и развития.
Они активно сотрудничают с Казахстаном на уровне государства. И я там являюсь аккредитованным партнером, где мы на бесплатной основе, это как помощь малому и среднему бизнесу, берем себе менти, несколько женщин в Казахстане, и помогаем им развивать бизнес на протяжении 9 месяцев. Вот сейчас у нас заканчивается программа, и у нас скоро будет выпускной, и мы будем делиться результатами женщин, которые работали там с нами и получили там результат в бизнесе. И вот менторство как раз-таки нас дали такую возможность пройти очень крутую программу в рамках ЕБРР по как раз-таки менторингу. И я это внедряю уже в формате работы с клубом, женщинам, которым нужно это, кому нужен бизнес. Кому не нужно, мы вот в рамках клуба собрались, и человек находится вот в этом поле. Я всегда говорю о том, что окружение решает, где ты будешь завтра. Соответственно, мы как бы так пропагандируем, да, общаться, объединяться, быть вместе, чтобы это влияло на завтра. Ну, давайте про бизнес, раз вам это близка, душевная очень тема. А что за инструменты бизнеса вы собираете по всему миру? Самое главное то, что, я считаю, должен делать, уметь современный предприниматель, это уметь продавать. Потому что к продажам у нас очень такое вот двоякое отношение. И в Казахстане, и в России, да, вот на постсоветском пространстве. Это вот осталось 90-х годов, когда продавалось что-то некачественное, да, и все-таки продажи до сих пор остались в головах людей, как больше такое, знаете, впаривание, втюхивание. И люди так боятся продаж. И самое интересное, что многие приходят в бизнес за свободой, за деньгами, да, за другим качеством жизни. Но при этом они не хотят продавать. Боятся продавать. Стесняются. Стесняются, да. То есть как будто бы продажи – это что-то такое не очень. Спекуляция. Спекуляция. Вот, супер. Спекуляция. Это самое такое вот. Вот эти вот два формата – это прям очень такие вот транслируются до сих пор у нас. Поэтому я все-таки много внимания уделяю продажам. В первую очередь, чтобы у себя, да, менять все там процессы, встроенные в своей голове. То есть вы меняете в первую очередь отношения. Отношения. К факту продажи. Да. Что это неплохо, а это хорошо, да? Да? Продавать. То есть что такое продажа? Вот сегодня у нас каждое утро у меня есть встреча с девочками, которыми я работаю в наставничестве. Каждое утро мы в 8 утра встречаемся в Zoom, и у нас есть час-полтора времени, где мы вот всякие процессы прорабатываем, связанные с бизнесом. И сегодня как раз эту тему тоже возвращались снова к ней. Что такое продажа? Продавать – это про то, что мы даем миру. Угу. Условно, неважно, чем мы занимаемся. Ну, я, конечно, за экологичный бизнес, там, если это не алкоголь, там, наркотики, спиртное, не оружие, табакокурение, это, да. Вот, ну, то есть то, что вот, действительно может быть полезно. Все остальное, я считаю, абсолютно все может быть полезно. Условно, вот мы сидим сейчас в шикарных таких вот креслах, да, дроны прям настоящие. Да, чувствуем дроны, себя королевой. Вот я себя чувствую здесь действительно королевой, потому что есть шикарная такая мебель. Ее же кто-то продал когда-то нам, да. Если бы человек стеснялся продавать, то мы бы сейчас сидели бы на какой-нибудь табуреточке, да? Потому что он бы просто постеснялся продать что-то такое, что подороже. Легче же табуретку там, не знаю, за 2000 продать, чем кресло за 100 тысяч, например. Но зато благодаря тому, что человек нам дал это, мы можем сидеть и получать сейчас комфорт. Да, мы можем пить чистую воду, потому что люди не стесняются продать воду, они продают ее. Вот, поэтому я все-таки за то, что продажи – это про то, что мы даем миру, и нужно их полюбить. Продажи, я всегда говорю, у меня есть такой слоган всегда – продажи равно добро. И если каждый человек это поймет, ну, человек в плане предприниматель плюс эксперты, которые продают свои услуги, то я уверена, что у нас будет больше счастливых людей, у нас будет экономика лучше работать, да? Мы, наверное, скорее всего, там повысим поступление налогов в бюджет. Но это всегда будет благоприятно. Поэтому я вот в первую очередь это про продажи. Второе, это, ну, так как мы живем в современном мире, да, мы не уходим куда-то в горы, мы все-таки здесь в социуме, и мы не можем не поддаваться тенденциям то, что сейчас идет. Это второе про личный бренд. Любой предприниматель, любой эксперт, тем более эксперт, да, должен обращать внимание на свой личный бренд. А это очень много всего. Это наш образ, внешняя упаковка, внутренняя упаковка – это наши знания. Это позиционирование себя, это обязательно ораторское искусство, если это эксперт, особенно. Если предприниматель может еще делегировать, да, все и сидеть в стороночке, но эксперт себе такого позволить не может. Он просто обязан. Я еще такую интерпретацию всегда говорю. Ну, себя считаю экспертом в плане вот взаимодействия с женщинами. И в окружении у меня много женщин-экспертов. Сейчас это стало
слава богу, доступно. Угу. Да? Сейчас стали женщины уметь как-то выбирать себя. Если вот, допустим, даже я возьму банковский сектор, у нас много сейчас женщин, которые мигрировали, да, из системы банка и ушли в какой-то, кто-то в бьюти, кто-то в психологию, кто-то там в нумерологию. Ну, в общем, разные направления, да. То, что по душе действительно. Сейчас еще много инструментов, как распознать свои внутренние там какие-то предназначения и так далее. И экспертов на самом деле очень много. Я всегда говорю такую вещь, что эксперт – это как вот условно священнослужитель. Вот, если мы возьмем любую религию, там есть человек, проводник некий такой, да, в любой религии. И он, одевая на себя это предназначение, он служит людям. Он не имеет права, допустим, если в любой религии взять священнослужителя, он не может пойти, например, ходить материться по улице, да, или как-то себя неадекватно вести, потому что он взял на себя некую вот эту вот ношу, да, конечно. Ну, в хорошем смысле слова ношу, да, не что-то тяжелое. И он служит людям. И я всегда стараюсь донести, в первую очередь, себе самой, и потом людьми, которые со мной в моем окружении, что эксперты, поймите, мы с вами пришли за тем, чтобы служить. Мы служим, но... Есть, конечно, как говорится, побочный эффект положительный. Это то, что появляется свобода в передвижении, потому что я люблю путешествовать. Угу. Появляется свобода в плане качества жизни. Опять же, это зависит от того, как эксперт умеет себя продавать. Если он умеет эксперт себя продавать, естественно, его уровень качества жизни тоже меняется. Естественно, значит, можно дать другое качество своим детям, родителям, да, и так далее. То есть получается, что все взаимосвязано. Продажи, личный бренд и понимание, что если я пошла в экспертность, значит, я пошла служить. Я не просто теперь пошла такая во фрилансе, классно, девчонки, я на чили там, да, и все. Но как бы, мне кажется, это немножко про другое. Это когда мы уходим в глубину, изучаем и стараемся действительно служить. И самое главное для меня – это через свой личный опыт. Самое лучшее – это когда я прожила, поняла, что вот так вот работает. Это не просто из книжки написанная история, а я с этим столкнулась, и можно это пойти передать. Ну вот это замечательный подход. Вот, Кристина, да, браво. Потому что, Макс, согласитесь, что как-то стрёмно идти к эксперту, такому вот, в кавычках говоря, да, эксперту, которому еще совсем мало лет, у которого маленький жизненный опыт, да, который сам лично ничего не добился. А сходил на курсы коучера, например, да? Ну вот я бы не пошла, например. Но таких же сейчас очень много. Они себя просто называют экспертами. Да, таких очень много, но я всегда говорю такую историю. Я люблю вообще любую свою встречу, обучение, если это связано вот с аудиторией, например, условно, например, пригласили в аудиторию. Чаще всего это бизнес-аудитория, либо женская, либо смешанная аудитория. Как бы с мужчинами тоже на встречу прихожу. И когда вот различные истории бывают, я всегда говорю про то, что мы же все взрослые люди. И здесь просто нужно возвращаться к своей взрослой половинке. Понятно, что внутри нас каждого живет свой ребенок, да, мы все в моменте дети. Я всегда говорю, когда мы мечтаем, надо включать ребенка, когда начинаем действовать, включать взрослого, да, чтобы адекватно реализовать все свои мечты. Так вот, да, действительно, в наше время очень много, так как это доступно, да, у нас, я всегда говорю, что раньше самые богатые люди, это были люди, у которых были знания, а знания были просто у единиц, у кого был доступ к библиотеке, да. А сейчас, представляете, у нас вот доступ есть ко всему. Вот вся библиотека всего мира у нас есть в интернете. И можно научиться всему. То есть по факту каждый человек может стать там супербогатым, если он просто дисциплинированно начнет что-то изучать. Ну, согласитесь, переизбыток всего создает уже заранее чувство пресыщения и поверхностность этих знаний. Согласна. Если раньше знаниями считалось то, о чем вы сейчас сказали, это ну какая-то грамотность, умение считать, писать, то сейчас произошла эволюция знания. Согласна. И возвращаюсь, да, вот к этому вопросу, а как мне выбрать? Вот, допустим, свое я знание. Я могу прийти, свое, да, да, и это молодой коуч. Я всегда говорю такую историю, ну, это моя, да, это субъективное мое мнение, что важно быть в состоянии взрослого человека. Ну, то есть, я прихожу, например, на консультацию, предо мной сидит человек, я же не знаю, какой у него там бэкграунд или еще что-то, опыт, насколько он действительно эксперт или нет. И моя задача здесь не перекладывать ответственность на этого человека, а самой, как взрослой женщине, для себя понять, задать нужные вопросы уточняющие, да, понять, ага, передо мной сидит человек, который действительно сможет мне дать результат. У нас чаще всего, это просто из наблюдения, да, говорю, работают с людьми, происходит так, что люди хотят переложить ответственность на кого-то. Это точно. И мы такие приходим, и потом нам попался еще, соответственно, такой же человек, там какой-то коуч там начинающий, и мы выходим, вот, все плохо, вот у нас ужасные эксперты. При этом я хочу сказать, что в Казахстане очень много шикарных экспертов, которые
Но у них средний чек, он действительно низкий. И у нас почему-то есть такое сознание, что надо бежать куда-то туда, угу. да, за границу, заплатить миллионы долларов и вот там получить результат. На самом деле вот здесь. Мне, когда я в Алмату приехала, я вообще из Усть-Каменогорска, и раньше, когда я была в Усть-Каменогорске, в Усть-Каменогорске говорили, ой, у нас экспертов нормальных нет. Ну, типа, куда я пойду? Угу. Надо вот хотя бы в Алмату съездить. В Алмату приезжаю, а в Алмате говорят... Да какие здесь эксперты? Угу. Ты что? Здесь у нас нет экспертов. Надо ехать в Москву. Угу. В Москву приезжаю, в Москве говорят, да какие здесь эксперты? Ну, то есть, а на самом деле, мы приглашаем в гости тоже часто экспертов. В женском клубе я не провожу сама все угу. вот эти работы. Я организатор всего этого пространства. Я просто где-то вдохновляю своим примером, мотивирую. Но основная работа происходит с экспертами. Это каждый вторник, четверг у нас приглашенные эксперты на разную тематику. И я... настолько поражена была, когда мы все это организовали, и все это начало запускаться, происходить уже больше года, полтора года где-то все у нас работает. За это время прошло просто очень много экспертов. Да, были начинающие, да, ну то есть им нужно работать, конечно, прям с начинающими mm-hmm. людьми. Но большая часть – это недооцененные эксперты. Они реально крутые, у них такие знания. И у меня всегда сердце кровью обливается, когда я спрашиваю, сколько стоят ваши услуги. Когда они говорят 5000 тенге, мне вот правда плакать хочется. Угу. Я говорю, вы столько в себя вложили, у вас такой опыт. Вы своими знаниями меняете вообще мышление человека, или человек начинает понимать себя. 5000 тенге. Но какой должен быть средний чек? 50? Это в зависимости, конечно угу. же, от того, какая деятельность у человека, угу. да, это первое. А второе, конечно же, это все равно внутреннее состояние. Угу. Мы знаем, что один и тот же эксперт может, да, транслировать одно и то же, но средний чек будет абсолютно разный. Это mm-hmm. тоже, я считаю, от внутреннего мира человека. Есть изобильные люди, да, которые mm-hmm. понимают, что они действительно работают на такой чек и делают трансформацию с человеком. Ну, неважно, какая там область деятельности, это массаж, бьюти или мышление, вообще неважно. А есть то же самое, но за вот такой вот чек. И, ну, как бы это такое внутреннее состояние жертвы очень много у нас. В жертвенности люди находятся, поэтому, конечно, себя недооценивают. Но я вот все-таки... наверное, бы пропагандировала то, чтобы люди умели себя ценить адекватно. Понятно, что адекватно, да? Во всем есть какая-то мера. И уметь себя вот это вот оценивать. У нас чаще всего идет обесценивание. Все равно люди у нас привыкли себя обесценивать. Ну, менталитет провинциала. Да, да. Витя, а вы себя обесцениваете? И как вы вообще к экспертам относитесь? Всегда. Или вы не относитесь к ним? Я к экспертам, наверное, отношусь. Угу. Но даже то, что я сказал, наверное, значит, да, уже... Да, сомнение такое. Зерно сомнения такое, да? И это, кстати, вот у большинства экспертов. Прям вот, это надо, знаете, их в лагерь загонять. И прям вот, чтобы они себе вот эту вот самоценность. Это даже не про самооценку. Причем у многих самооценка достаточно высокая. Но самоценность часто бывает... низкая. А что такое самоценность? Ощущение своей значимости да, в социуме? Да, ощущение ценности той, которую я даю. Угу. Самооценку же можно поднять за счет внешних факторов. Ну, условно, сегодня я, там, не знаю, красиво нанесла мейк, сделала укладку, красиво оделась, я смотрю на себя в зеркало, самооценка, хоп, поднялась. Я пришла, мне там еще сделали комплименты, еще самооценка поднялась. Но она управляется внешним миром, да, потому что я могу сейчас выйти за угол, кто-то меня там толкнет, там, в лужу или оскорбит или еще что-то, хоп, самооценка сразу упадет. То есть это такой фактор, который он меняется. Утром у нас может быть самооценка на все 100, вечером минус 100, да? А самоценность – это внутреннее состояние, то, с чем мы живем. И поэтому, если у человека есть внутреннее состояние, вот этой вот, я всегда говорю, состояние изобилия внутреннее, состояние благости и благодарности, самоценность высокая. И поэтому внешнему миру очень тяжело влиять на такого человека. Конечно, будет влияние. Можно любого человека выбить из колеи, да? Но такие люди, они раз и быстро возвращаются снова. То есть выбили, я снова здесь, у меня прекрасное А где состояние. Вам там, Кристина, такая тонкая да. грань между самоценностью и, может быть, как вот я процитирую Михаила mm-hmm. Лобковского, да, все mm-hmm. мы его знаем, который да. говорит, вы можете высказывать ваш негатив, что вы не принимаете начальство, но будьте готовы к тому, что вас уволят, да? Да. Вот ощущение самоценности, умение противостоять внешнему влиянию и при этом умение сохранять то, что ты сейчас в жизни имеешь. А не так, что я такой самоценный, начальник сделал тебе замечание, я хлопнул дверью, ушел в никуда и остался наедине со своей самоценностью, голодный, холодный, сирый и босой.
Потому что сотрудник во фрилансе или по контракту работающий, у которого неполадки вот с такой вот психической какой-то активностью, он никому не нужен. Какой бы самоценный... Конечно. Доктор Хаус это только в сериале нужен там. А в реальной больнице он никому не будет нужен. Его быстро скажут, какой бы ты ни был ценный, давай отсюда. Ну, на самом деле, это, опять же, тоже из опыта своего личного и из анализа, да, который, если я не могу говорить как бы за всех, если у человека есть внутренняя самоценность, его никто никогда, во-первых, не посмеет даже к нему обратиться по-другому. Да? Потому что человек, который внутренняя самодостаточность, самоценность, я просто работала в коллективах очень много, несмотря на то, что я была руководителем, у меня всегда тоже был руководитель, потому что, ну, как бы я была в системе. И при этом я видела абсолютно одного руководителя, но разное отношение к разным людям. То есть если я прихожу и говорю, я вот руководитель отдела кредитование. Я работала всегда с предпринимателями, малый и средний бизнес. И рядом со мной будет стоять такой же человек, но если у него нет вот этой самоценности внутри, то ему скажут, ты работаешь до 10, я могу прийти и сказать, я работаю до 6. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Это, наверное, мне кажется, да, знаете, работает просто на уровне энергии какой-то. Да. Это необъяснимо, наверное, как-то, да, может быть, для кого-то это как-то эфемерно, но это реально на уровне энергии. Потому что здесь... Ну, невозможно как-то это вот логически, да, объяснить, но на уровне энергии это работает. Проверяла на себе. Поэтому, наверное, здесь каждый человек должен сам себе задать вопрос, а в чем моя ценность? И это же постоянная работа над собой. Но я вот все-таки за то, что человек пришел на землю не просто кушать, одеваться, ну, конечно, там, да, там, да. просто создать семью, быт. Я уверена, что у каждого человека есть такая вот прям какая-то своя миссия. Это не значит, что там каждый должен строить миллиардные компании, там, да, или там стать супервеликим человеком. Даже на уровне своей семьи можно делать что-то великое. И вот здесь, если каждый человек задает себе вопрос, в чем моя ценность, и постоянно себе об этом напоминает, то, наверное, на этой волне оставаться адекватной, да, легче будет. И выбивать внешние факторы будут тогда реже, чем людей, которые они... Вот много же людей у нас как зомби, они живут как зомби. Многие люди спят. Ну, я сама долгое время спала, и потом в один момент я поняла, что, оказывается, я сплю, несмотря на то, что у меня есть карьера, дети, семья, оказывается, я сплю. Митя, мы вам не снимся. Или вы осознали свою самоценность наконец-то, да? Да. На студии, мы снимаем передачу «Избраны». Как у вас самоценности? Вы понимаете, что в том числе с фестиваля мобильного кино вы очень самоценный человек? Конечно. Даже не только для себя ценный, для всего Казахстана ценный, для всего мира ценный. Для всей вселенной цены. Да. Вперед, вот как у Остапа Бендера. Там мы этот город сделаем центром вселенной в шахматах. Это вот супер. Даже вот, даже кричать «да» надо громче. Да! Да, вот, то есть, когда мы... Проявление миру — это очень важно. Люди это считывают. Мы можем... вот бывают люди, да, они бывают, бегают, орут, истерят, но их не уважают. Да, то есть, их не воспринимают. Вроде бы он же орет, бегает. А есть люди, они внутри могут кричать, ну, грубо говоря, да, это нет, не проявление, но настолько эта энергия передается, что ему не надо кричать. Его и так все понимают, что человек говорит, так, ребят, надо собраться, надо сделать то-то, то-то, ему орать даже не надо. Но в практике, я просто про себя расскажу, чтобы это транслировалось, я это вживую проживаю, то есть я часто кричу, я люблю горы, уезжаю в горы и кричу. А я думаю, кто там кричит, Митя, помните, вы тоже спрашивали, это я, да. Что там лавина сошла с дома? Когда мы про снежных барсов разговаривали. Да, это вот такая женщина, которая ходит, кричит. Вот, поэтому это про проявление миру, а потом оно получается так, что как будто бы эта энергия запускается, и, ну, это мой инструмент, кому-то, может быть, он подойдет, возможно, вот Митя, например, да, пойти и покричать. Еще я люблю такую штуку. Сильно не кричите, а то оглохну на правую сторону. Ну, в горах, я имею в виду, да, не здесь. Люблю такую штуку, когда мы сами себе проговариваем, что здесь я решаю, ну, то есть, находясь там утром дома, находясь еще где-то, да, донести самому себе свою ценность через то, что я решаю, через свое состояние, через свои мысли. Действительно, я решаю. Кажется, что это бред, но если поанализировать, посмотреть, то так и происходит. То есть, если я нахожусь в позиции взрослого человека, даже если меня обидели, там, вогнали в какое-то чувство неприятное, да, там, упало в эмоциональные какие-то низкие тона, то если я нахожусь в позиции «здесь я решаю», я могу найти триггер, который меня поднимет снова на хорошую волну. Люди, которые выступают, они же не могут себе позволить. Пришли на аудиторию, сидит там 500 человек. Я, ой, вы знаете, я не в ресурсе, у меня там, да, на
настроение упало, мне дома испортили настроение. Это же люди, они же тоже перед собой берут ответственность. И значит, я прихожу и понимаю, что мне нужно включиться, включая свои триггеры, переключая состояние, и получается, что я решаю. У каждого человека свои триггеры? Или есть общечеловеческие? Я считаю, что у каждого свои, абсолютно. А какие у вас? Ну, смотря в чем. Если поднимать эмоциональный фон, про это вы имеете в виду, да? Для меня это всегда хорошая музыка. Ну, не то, что в плане, она вся хорошая, да, такая динамичная, которая мне дает темп потанцевать. Для меня это пописать благодарности. Вообще, мое самое любимое чувство – это быть в состоянии благодарности. И я считаю, что это такие самые высокие вибрации, на которых можно действительно волшебство творить. Поэтому мы практикуем. Вот у нас есть чат, это вот где мастер-майнд, формат наставничества по бизнесу. Мы каждое утро в чат, каждая женщина пишет благодарность. И самое интересное, что многое сбывается, даже вот в течение дня. Можно написать, например, я благодарю за цветы, просто захотела цветы. Я могу написать, я благодарю за цветы. И если я уже нахожусь достаточно на высоких вибрациях, то эти цветы 100% будут сегодня днем. Или я благодарность как какой-то посыл в будущее, да? Да. О желаемом. Да, раньше я практиковала благодарность только за то, что есть. За себя, за здоровье, за родителей, за детей, за, ну, за все, что есть, да. А потом, общаясь тоже с одним интересным человеком, и мы рассуждали тему, я вообще люблю работу с подсознанием, мышлением, сила разума, то есть как это все работает, вся вот эта вот магия. И мы пришли к тому, что я говорю, ну слушай, ну я вот люблю благодарить за то, что есть, это же вот классно, все, я в состоянии благодарности. А он мне спрашивает, ты пробовал благодарить за то, что ты хочешь? Я говорю, слушай, ну как-то нет, мне кажется, это вот, ну не знаю, правильно ли это. И мы начали просто размышлять и поняли, что если мы верим в то, что мы своими мыслями создаем реальность, ну, допустим, на прошлой неделе я такая сижу, говорю, блин, что-то хочется на интервью куда-то сходить. Ну, проходит какое-то время, и мне говорят, а хотите вот, прийти на передачу, да? То есть, и таких ситуаций очень много на самом деле, они там в течение дня, прям если замечать их, у людей происходит их много, просто люди не привыкли замечать. Ну-ка, давай, Митя, сейчас потренируемся, давайте. Давайте, благодарите за что-то. Три благодарности, да, ваши желания. Благодарности? Ну, как вот желание, выраженное в благодарности. Как вот хотела прекрасная дама цветы, да, сказала, я благодарю за цветы, которые еще ей никто не преподнес. В течение дня преподнесли. Ой, я, честно говоря, я даже не знаю. Я живу больше здесь и сейчас. Вот, ну, благодарите за то, чтобы за масштабирование вашего фестиваля кино, например. А, кстати, да. Да, отлично. Давайте, выражайте просто благодарность. Просто я к этому отношусь, как это действительно это будет. Да. Поэтому, ну, поблагодарить, да, это классно, наверное, что вот, да, за масштабы всех моих проектов, за успешность и за, как говорится, за начинание. И за здоровье всех близких благодарю. Вот самое главное. Да, супер. А вот это, кстати, классное состояние, просто то, что Митя сказал. У меня есть ощущение, что это и так будет. Я вот эту историю тоже очень люблю. Это есть такая прям, ну, практика, да. Это не визуализация. Вот визуализация – то, что мы представляем в процессе, как это все происходит, да. А есть такое состояние, позволение себе это иметь. И вот это очень тоже важная штука. Ну, по факту, я считаю, в ней очень заложено много ресурсов, потому что, ну, допустим, если бы мы сейчас с вами сделали практику, мы бы, например, закрыли глаза и представили, что мы с вами спортсмены, и нам сейчас нужно будет бежать там условно 100-метровку. И мы бы попробовали разные три состояния. Допустим, первое состояние это было бы, что мы такие, мы знаем, что мы классные с вами спортсмены. Было состояние, я сейчас выиграю. Вы почувствовали вибрации, да, вот эти вот, такой мандраж приятный, да. Второе состояние, что я знаю, что я проиграю, потому что рядом есть сильные, крутые бегуны, и они выиграют, и мы бы почувствовали тоже некий такой упадок по состоянию. И третье состояние проработали бы, например, что мы уже в моменте с закрытыми глазами представляем просто конечную картинку, что я уже выиграла, я уже стою вот на вот этой чемпионской доске, мне там пьедестале, да, вешают медаль. И мы почувствовали абсолютно другое состояние. То есть это состояние уже победителей. То, что Митя говорит, это как раз про то и есть. То есть когда я проживаю состояние, то, что я это уже получил, это намного сильнее, чем даже намерение действовать. Иногда у нас есть намерение действовать, но человек не верит, что там что-то будет-то в конце. Поэтому очень много людей делают кучу действий, но по факту результат не получает. Такое же тоже есть. И вот это состояние очень крутое. Это есть на самом деле состояние изобилия, когда я принимаю, что это в моей реальности, я уже в этом проживаю. Потому что у нас же нет у мозга понимания, типа это в будущем, в прошлом или сейчас. Он уже сейчас это получил, поэтому он к этому придет. Ну, так, а благодарности выражать надо. Выйти с утречка на балкон и озадачить всех окружающих, да? А, благодарю за цветы, да?
Да, женщинам нравится вот это вот, да. Выйти голым и сказать благодарю за одежду. Да. И потом люди придут, да? Ну, 9-я бригада точно приедет, заденет хорошую рубашечку с длинными рукавами. Или надо про себя сказать, или написать. Я вот всегда говорю, что нет какого-то универсального вот инструмента, да, мы же даже если будем сейчас варить втроем борщ, у всех будет борщ, да, в конце, но каждый будет делать по-своему. Конечно. Даже ингредиенты у нас у всех будут с вами одинаковые, но результат будет разный. И то же самое в любой практике. Поэтому я не очень люблю, когда эксперты приходят и говорят, знаете, вот желание надо писать только в настоящем времени. Уже исполнилось вот там, запятую здесь, кавычки здесь, да. Почему? Потому что мы же все разные, и тут зависит от того, в каком я это состоянии делаю. Я могу это вообще нигде не писать, да, допустим, но там, не знаю, сидеть в коморочке где-то, но с верой в это говорить. А можно сидеть там на пьедестале где-то, да, ни во что не верить, но сказали, надо делать и делать, да, тогда, конечно, результата не будет. Поэтому здесь все субъективно. Как чувствует человек? Хочется написать, значит, написать. Да, часто говорят, что особенно там важно писать карандашом, потому что графит пропускает максимальную энергию. Кто-то там по-другому, кто-то там красной пастой. Мне кажется, на самом деле, тут я всегда говорю такую фразу: верь в то, что тебе выгодно. Конечно, если мне выгодно верить в то, что мир полон возможностей, то тогда что я буду получать? Возможности. Если мне выгодно верить в то, что бизнес только для избранных, то, конечно, что, чтобы бездействовать, я буду верить, что бизнес только для избранных. Ну, правильно, абсолютно соглашусь с вами. Поэтому я обычно тоже говорю слушателям нашим, и еще раз повторюсь, господа, друзья, если вы хотите действительно, чтобы ваши желания сбывались, помните, что есть один великий сбыватель наших всех желаний, который и закладывает наши желания в наше сознание, это, конечно же, Всевышний. И любой человек со Всевышним общается постоянно, потому что он находится в нашей душе, в нашем сердце. И удивительное рядом. Вот многие, знаете, как-то я замечаю, что есть те маги, есть экстрасенсы, которые работают с какими-то сущностями, с полубогами разных народов. И нужны постоянные ритуалы, чтобы вот этого Бога попросить, надо его задобрить, то сделать. Что, а со Всевышним он всегда в нас, и он огромен, а дорога к нему короче, чем дорога к какому-нибудь полубогу, понимаете? 100%. Там 3 раза надо присесть, какое-нибудь жертвоприношение под елку положить, ритуал сделать в полночь на перекрестке, да? И я так слушаю, думаю, зачем так заморачиваться? Ведь можно обратиться очень коротким путем за полсекунды к тому, кто в глубине нас. Не надо к какому-то полубогу туда идти, да? И длинным путем вот этим вот ритуалов. Ну, у каждого свое, как мы все в какой-то общей иерархии находимся. Да. И то же самое, когда люди спрашивают, а как общаться со Всевышним? Я обычно говорю, что общайтесь, просите его дать вам тот способ общения, который нужен вам. Вот сейчас я просто об этом вспомнила. Вы говорили про всякие ритуалы, во что веришь. Люди говорят, ой, я, например, не верю в черную кошку, и вот она мне никогда ничего плохого не приносит. Но мы можем попросить Всевышнего, он даст нам те приметы, которые нас будут предупреждать о чем-то, о хорошем или о плохом в нашей жизни. Тоже очень будет субъективно, что для Мити черная кошка, например, будет срабатывать, а для кого-то не будет срабатывать. И Митя будет идти и думать, так, черная кошка перешла дорогу, прежде чем зайти в подъезд, туда гранату брошу, на всякий случай. Например, так делаю. Ну, конечно, никогда не сомневалась. Ваш вопрос, наши прекрасные гости. Ну, мне вообще интересно, у меня было много вопросов, вот я когда слушаю, во-первых, там, чем можно заниматься в женском клубе? Вот можно вот... Рассказать, если, да? Я вам более того скажу, очень любят приходить в женский клуб эксперты-мужчины. Вот. Ну, потому что, во-первых, там очень много внимания, да, женского, конечно. И мы заметили такую тенденцию, что когда приходят эксперты выступать мужчины, видимо, настолько наполняется женская энергия, ни для кого не секрет, все равно есть природа, да, и все как бы это работает, энергия, вибрации и так далее. У мужчин очень часто происходят хорошие такие изменения в жизни, прорывы. У нас есть эксперты, которые они просто просятся, а можно мы еще у вас что-то проведем, а можно мы еще? Вообще мы стараемся всегда приглашать разных, но есть такие любимчики, которые прям вот, ну, проходят и в двух городах проводят еще. Может, они так жен меняют? Нет. Пришли, надоело. В этом плане мы немножко про другое. Мы не пропагандируем, да, вот эти вот истории, там, дышать маткой, там, еще что-то. Это, конечно, классно. Таких экспертов мы тоже приглашаем про женское развитие через энергию и так далее. Но это не ключевое все-таки наше направление. Ключевое направление все-таки у нас это женское саморазвитие. Это понять все-таки, в чем
я хочу быть полезной этому миру и в этом развиваться. Mm-hmm. Неважно, это может быть женщина в найме, но она же может быть суперкрутым секретарем, например, да? Это же тоже нужно уметь делать mm-hmm. так, чтобы быть, там, не знаю, номер один. Вот. Что происходит в женском клубе? Это обычно программа всегда на месяц вперед проработанная. Это всегда женщина точно знает, какие мероприятия будут происходить. Они проходят у нас вторник утром, это завтрак, четверг, это вечер. Почему это произошло? У меня у самой когда-то в жизни произошло так, что я поняла, что я очень люблю работать, много работаю. И как-то вот этого времени, когда я отвлекаюсь от процессов, его как-то мало в моей жизни. И я посидела и подумала, было бы круто, если бы за меня кто-то это организовывал. Тогда я еще не понимала, что там можно ассистентов взять и так mm-hmm. далее. Это сейчас я такая умная, там знаю, mm-hmm. что можно делегировать. Вот, я думаю, было бы классно, если бы вот так вот произошло. Дали мне график мероприятий, где можно прийти красиво, не заморачиваясь, отдохнуть, еще и поработать над собой. Mm-hmm. Потому, мы же не только про работу над собой, мы ходим в театры, да, мы ходим просмотр кино тематических, потом мы это все обсуждаем. У нас есть книжный клуб внутри клуба, то есть мы берем mm-hmm. какую-то книгу, читаем, потом обсуждаем. А это же круто. Допустим, я прочитала одну книгу, а мнение услышала там 15-20 людей, как будто бы я 15 раз книжку прочитала, потому что действительно, мне такое. Рассказывают, mm-hmm. да, я думаю, а что там такое было? Mm-hmm. И я понимаю, что мы вообще по-разному читаем книгу или фильм, да. Каждая видит свое, это так классно, когда мы вот отдаем обратную связь друг другу. Это коллаборации. Допустим, если приходят эксперты, женщины или предприниматели, это всегда классное партнерство какое-то может организоваться. Поэтому пользы на самом деле очень много. Но самое первоочередное, это все-таки, чтобы женщина научилась уделять себе время. Чтобы она умела себя отделять немножечко хотя бы где-то от работы, от семьи, от детей, потому что она приходит, ну, представьте, вот мы посидели, mm-hmm. провели классное время, я же приду на других эмоциях, на другой волне, mm-hmm. и этой же волной могу зарядить своих близких. И основной посыл был вот этот. Но я такая думала, что я умная, что это я придумала клуб, что так все классно, что я вообще просто гений. Но когда организовался уже клуб в Усть-Каменогорске, первый клуб был, мы, значит, поехали на природу, у нас был пикник, и каждый рассказывает свою историю. И каждая история, конечно, уникальна, потому что каждый человек уникален. И когда я поняла, что где-то человек 6, наверное, говорят, ты знаешь, Кристина, я год назад замечтала, чтобы в нашем городе появился какое-то вот такое женское сообщество, потому что, ну, как-то с подружками стало неинтересно. Что-то вот какой-то быт, сплетни, ни о чем. Не хочется об этом говорить. И я как-то отстранилась и стала одна. Читаю книжки, там, смотрю Инстаграм. Ну, хочется живого общения. И когда это сказала человек 5-6, я поняла, что они замечтали еще раньше, чем я. Угу. И на самом деле я-то здесь просто как проводник, через которого я... Инструмент. Пищу... Инструмент, да. И я вообще считаю, что абсолютно каждый человек в какой-то степени проводник к чему-то, угу. каким-то людям, каким-то процессом. Даже в семье иногда мы тоже приходим, наверное, проводником каким-то. Угу. Ну, в общем, это было очень интересно, когда я поняла, что дело было не во мне, а его просто организовали вот женщины своей энергией, своей силой, а мне просто дали силы на это, да, энергию. Ну, как-то вот так. В общем, такое вот развитие многогранное, я бы сказала. И чем мне нравится, я не люблю вообще, когда загоняют кого-то в рамки. Почему мне, наверное, было немного сложно работать в системе, хотя мне достаточно успешно это получалось, у меня всегда были хорошие показатели. Когда я работала в банке, мои отделы занимали там всегда первые места. Но мне всегда как-то как будто бы давили какие-то вот границы. Но система должна быть, да, ее невозможно избежать, тогда будет хаос, если не будет совсем системы. Но я люблю, когда остается вот такая немножечко такой вот проход, да, где может человек реализовать какую-то вот еще свою индивидуальность вот эту. И мне нравится, что в основном какие-то объединения, они узконаправленные. Допустим, у меня там одно время, я очень люблю заниматься благотворительностью, это вот про благотворительность. Или, например, это чисто про бизнес. Угу. Или это вот чисто про вот это. Мне нравится, что сейчас происходит в женском клубе, что это такая многогранность, что каждая может найти себя там, где ей нужно. Хочет поработать с экспертами, поработай с экспертами. Хочешь просто приходить получать настроение, пожалуйста, настроение. То есть вот это мне нравится сейчас, трансляция, что нет ограничений. Каждый находит саму себя и раскрывает свой потенциал. Кристина, супер. Я вам желаю всяческих успехов. Желаю, чтобы ваш бизнес, неважно, какой он будет, чтобы он масштабировался в комфортных для вас условиях, чтобы вы не перегорали, да, чтобы вы никогда не уставали от жизни и от ваших занятий, чтобы они только вас наполняли энергией, силой, вдохновением, чтобы те женщины и мужчины, которые приходят к вам в ваш клуб, всегда были вами воспринимаемы как источники знания,
знания, источники новой информации, новые мотиваторы для движения вперед, и чтобы было счастье и здоровье в вашей семье. Друзья, наверное, я не ошибусь, если буду утверждать, что единственным основанием для успеха является любовь. Я сейчас говорю даже не о любви к своему делу, а постараюсь копнуть немножко глубже. Будьте собой честны, любите ли вы себя? Если нет, то разговор короткий. Если да, давайте пойдем дальше. Через какое мнение, через чьи глаза вы себя любите? Через глаза ваших родителей, если они вас действительно, безусловно, принимали, мотивировали и любили таким или такой, каким вы были в детстве, являетесь сейчас, то вам крупно повезло. Продолжайте любить себя и дальше. Если же вы себя якобы любите через какую-то критику, которую вы получали извне, через стремление быть отличником в каждой сфере, через невроз, который называется перфекционизмом, то, поверьте мне, это не любовь. Если родители и близкие вам люди пытались вас сделать удобным ребенком, это не любовь не к вам, а, соответственно, вы в такой любви не можете нащупать себя самого. У вас нет отношения к себе. И, наверное, единственным правильным видом любви является осознание того, что на нас смотрит Всевышний, и через этот его взгляд важно ощутить любовь к себе. Ощутить любовь Всевышнего к себе. Таким образом, давайте начнем с простой ментальной установки. Он создал вас, потому что он вас любит, именно поэтому вы существуете. Вы нужны Всевышнему, вы нужны всему мирозданию, соответственно, вы нужны самому себе. И когда вы потихонечку начнете ощущать с его позволения, его высшую и по-настоящему безусловную любовь к себе, вы увидите все свои хорошие и еще слабые стороны. Вы увидите, каким на самом деле легким является ваш путь, несмотря на количество проблем и препятствий его устилающих. Потому что любое препятствие очень легко преодолимо, когда нас ведет Всевышний через наше осознание Его. Я желаю вам быть по-настоящему счастливыми и оставаться с нами. Спасибо. I don't remember anything. Last night again I had black screen. I was supposed to dance all my best. Oh, Geo Vodka, what have you done?